Давайте я попрошу. Ну, вы так задали вопрос. Я так понял, тут по поводу тренеров есть какие-то нюансы. З приводу тренерів немає ніяких нюансів, просто яка атмосфера в колективі, яка співпраця з керівництвом, чи часто виникають в колективах сварки, чому вони виникають. Ну, давайте я попробую відповісти, як вам сказати, я думаю, що якісь ссори і якісь недорозуміння, недопонімання, вони, звісно, в будь-яких колективах є, присутствують, є якісь обіди, це, ну, звісно, це робочий процес. Что касается именно на сегодня у нас, у меня лично к руководству ДЮСОКа нету никаких претензий, потому что на сегодня, вот вы видите объект в каком состоянии, сегодня все строится, сегодня все делается. Буквально не так давно нам приобрели 3 байдарки, которых вообще, я не помню, при моей тренерской работе вообще приобретались. Поэтому лично у меня к руководству ДЮСОКа претензий сегодня нет. Сегодня руководство ДЮСОКа идет навстречу. Только недавно нам провели детский лагерь оздоровительный, которого у нас никогда не было при моей памяти. Никогда его не проводили. То есть, ну, вот такая сегодня ситуация. Что касается коллектива в общем рабочего, это дело в том, что не совсем вопросы к тренерскому коллективу, потому что мы не имеем никакой ответственности к работникам, которые... Я, власне, про те саме. Да, и так далее. Поэтому у нас есть тренерский коллектив. Конкретно в тренерском коллективе у нас работает 4 тренера и 5-й тренер по парусу, Григорий Витальевич. У нас есть определенные недопонимания, так скажем, конкретно с парусным видом спорта. Чему? Ну, как-то, вы знаете, вот пришел Григорий Витальевич на работу, так скажем, он не так давно работает.